Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроку. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Ну что ж, сочный Counter-Strike возвращается к нам. А почему? Потому что турнир GG Summer Summer студии Yukon Company Smart и Tall что это такое? Уберите, пожалуйста, дорогой режиссер. Это только у тебя видно. Только у меня видно. Да. Извините, пожалуйста, у меня тут такое на мониторе, но вам лучше не знать. Да, друзья, сейчас будет Денюк. Вторая карта между командами 3D Max и Хаву. Тут, конечно, стоит поговорить о том, что Хаву забрали карту Декэш. Не то чтобы сенсационно, но там было все очень неоднозначно. Хаву в целом вели довольно уверенно на протяжении всей карты. Тем не менее, счет был боевым, потому что 3D Max являются очень скилловой командой. И вот они что умеют делать хорошо, так это наказывать соперника за малейшие ошибки. Как только Хаву оступались, тут же 3D Max вступали в борьбу, даже имея на руках какие-нибудь пистолеты или вроде того. Ну и вступать в борьбу как раз таки эти ребята сейчас будут на пике своего оппонента. Денюк, ну мы помним уже вот говоришь, вот французов на этой карте, но тогда были соперники чуть-чуть послабее. Здесь, здесь же все-таки финны выглядят сегодня очень-очень уверенными. Ну и на живой раунд здесь выигрывают ребята из Франции. И, кстати, будут выбирать уже сторону для себя. И чем примечательно это противостояние именно на карте Денюк? что обе команды имеют хорошие снайперские позиции, коих у обеих коллективов две. И я очень сомневаюсь, что обе команды будут играть в две снайперские винтовки на карте Данюк. Это не самый лучший сетап. То есть мы иногда видим от команд, что один на рампах стоит, один улицу как-то держит. Но это очень ненадежно на карте, на которой ретейки очень контактные. Но вот э, тот факт, что если у одного снайпера не пойдет, э, винтовку можно отдать другому парню. Это уже гораздо более хороший вариант. Потому что мы знаем, что сегодня лучше идет у Слоуи, а не у. Э, Отто. Отто. Мы знаем, что лучше сегодня летит у Лаки, а не у Маки. И это все такое. Лаки. Маки Мати, знаешь, как будто название mm, да. суши. Действительно, план Б, а суши я также люблю. Лаки находит опенфраг, Минс по и вот они снайпера, конечно, друг друга показали, кто сильнее. Лаки, по отта, минус еще по юка и уже трипл килл от этого парня. Соу, so, тут отыгрыш один в 5 и один в поле не воин. Фины проигрывают без шансов этот пистолетный раунд за атаку, неприятно. Это было довольно быстро, решили с взять точку А, это не сработало против 3D Max, они оказались к этому готовы, ну и действительно здесь... Лаки оказался в нужном месте, в нужное время и отлично стрелял. 2 МП-9, 2 МП-7. И борьба, кстати говоря, без щипцов. Так что в случае того, что Хаву пройдут в сайт, могут и побороться, пока улицу бегут. Хае шикарно летит по Отто. Отто от нее не сильно страдает, потому что успел от нее отойти. Так, ну и под улицей игроки защита от игры с фармганом. Конкретно в мэне и здесь на средне-дальних дистанциях, конечно, будет не очень приятно. Почему? Ах. Потому что там есть диглы. А вот на Хае как же больно было в этой ситуации Юха. Ну и слово здесь также хелспоинты потерял. Тем временем в секреточка... Лаки под улицей находит минус по от. Неприятное начало раунда для финнов и перегруппируются они здесь по позициям. В свою очередь, Джинкс отыгрывает СМП 7. Как раз таки под оплентом на верхнем. Ну, пока что минута времени. Хау все еще пытаются действовать. Под улицей Юха дикл на руках. И промах первый. И вот информация для 3 Скорее всего, и здесь его будут загонять. Хотя Юха сам выходит на выстрел. И фар машина для Джинкса. Покажите нам ее. И вот они спазену. Пазену. Размен от слова. Ну и довершает все это лаки двумя минусами. Ну, одна потеря в лице Джинкса. Нормально. Что интересно, Хау раньше практически на всех картах играли крайне медленно, холдово и достаточно осторожно. То есть выходы у них частенько бывали на 20-й секунде, наверное, в 60-70% случаев. Сейчас же после серии решафлов у них остался только Отто, который тогда был ингейм-лидером. И сейчас Хаву не играют в основном медленно, то есть они играют, ну, как-то разносторонне. Да, тот раунд предыдущий, он был скорее, они пытались сыграть осторожно, потому что у них не было чем бороться, но, тем не менее, это довольно занимательный момент, ну, тут вообще без шансов разваливают по всем фронтам 3D Max, а вот, возможно, не успеет, если кому там сражаться, а ладно, он ждет, ну, тут... Ну, скорее всего, ему и так не дали бы поставить. Ну и действительно до установки бомбы здесь дело не дошло. И вновь потеря лица одного игрока для коллектива 3D Max. Только в этот раз погиб уже не Джинкс, а Мака. Ну, прошлый раунд закончился не так быстро, как хотелось бы. Но тем не менее, первый девайс на ваших экранах. Дорогие друзья, вот игрыш с Галилом для Соу. Отсутствие снайперской винтовки для атаки. В свою очередь, Мака здесь имеет этот дорогостоящий девайс. И хаишечка от Дэвида Пи. Кому там будет неприятно? Конечно же, от Энди. Но я думал, все-таки это будет Со, который сегодня всех хаешечки как раз таки притягивает но ну, это было на кэше а здесь уже нюк посмотрим летит смог как раз таки в ангар лаки откидывает контур здесь уже есть суппорт в исполнении маки кстати который отыгрывает уже секретки минус поюха мин спасову и вновь провал в начале раунда хаву 3 в 5 будет сложно причем ну с лаки ты ничего не мог поделать он просто топил в смок и без шансов хотя часто мы видим как команда пробегающая на данную позицию так тут у мака ну, точно должен будет умирать. Ножа мы, скорее всего, не увидим. Конечно же, увидим. Мы сегодня увидели уже два ножа. Вот и третий. И в вжу, вжу здесь делал фин, Так. Ну и больно здесь Зену. Ну, на нике у Зена, конечно, в начале этой карты не летит немножечко. Как и вообще в целом у финского коллектива. Зена дается и ставит Там Лаки 11 лайки. на 0 играет. 11 вот, на 0? Так вот. Без АВП. Без вообще... Компромиссная стрельба от этого парня. Здесь Слой просто дотыкал Маку. Кстати, ВП не засывила команда 3D Max. И там пришлось ее перезакупать. Это обидный момент. Shit happens. Как говорится, 3D Max четвертый раунд для себя забирают. И Хау отыгрывает здесь с пистолетами. Есть две первых армора у Зена, у Юха. И у Слова есть какое-то количество... раскида, смоки, ну и идея, будет ли прослеживаться в их игре, узнаем совсем скоро под улицей. Номер 9, он же Юха. Интересные моменты, прочекал Мака, вот она инфа, но опять-таки здесь до подключения Тиммейта вот, дело не дошло, и вновь потеря для хау но вот слой в раннюю ситуацию. А кто дверь вообще смотрел? Всегда есть какой-нибудь парень, который то на будке, то рядом с винтом, то с мейна смотрит, ну или хотя бы слушает дверь. Здесь просто парень десантировался, а почему бы нет? Теперь у него еще и МП-7, теперь он на точке Б напрягает данную позицию. Джекс понимает, что может быть окружен, Зен смотрел не в ту сторону, это проблема. Ну и теперь еще и минус от Мака, получил, конечно, по голове. Но, видимо, СМП 7 как раз таки он и получил. 37 хп у него по-прежнему имеется. Соглок отто ЦЗ. И выход на точку А обречен на провал. 50 секунд на таймере. Ну и пока что здесь финны думают. Восьмой номер. Он же отто находится где-то под улицей, если я не ошибаюсь. Ну, к тиммейту бы подойти. Возможно, под мейн. Соу с бомбой. 39 секунд уже. И Джекс не видел своего оппонента. Open с глока Лаки. Переключение. Его поре. Ота. А еще Лаки можно найти. Лаки он как раз и находит. Ну и Мака ставит точку в этом раунде. Ота по-моему, поторопился. Хотя, а, ну, времени там уже. У него не времени было. не было, у него патронов не было, он вынужден был. И Вот э, стрельнули ему туда. Ну, прямо туда. Весь чат, наверное, сейчас немножечко вздрогнул. К сожалению. Но и снайперская винтовка для Ота будет противодействовать как раз и, э, агрессивным действиям для мака. Пять раундов для 3D Max. Пока что в защите французы смотрятся очень-очень уверенно. И опять-таки вот нюк, та самая карта, где ты именно за определенную сторону можешь набирать большинство для себя. И пока что у французов это получается очень-очень здорово. Да, 3D Max пока абсолютно неприступны в своей обороне. Даже фрагов не могут сделать достаточное количество хаву в рамках раундов, за которые они борются. Но вот сейчас момент истины. Давид идет пушить, никого здесь не найдет. Это просто тонны информации для команды. Обороны. Нужно начинать выход команды Хаву. Сейчас, иначе, возможно, будет поздно. Прокидка пошла. Уже есть минус по лаки Дальше там на синий должен играть. За синий играл Джинкс. Его также забрали. Ну и тут просто мака вылез. Забрал ВП. Дальше переключается. Забирает. Тут же еще и СОУ. Отлично а тут... выходит на прицел кьюха Раунд заканчивается. Но мака, найстрай. Nice Действительно, ну и правда, там в спину заходил Дэвид Пи, но, к сожалению. Он мне думаю, минусы не сделал. Интересный момент. Мака хороший отыгрыш. Да, Дэвид Топи все-таки Юха забрал в спине. И 3 Макс тут. Ну, немножечко провалились, но тем не менее, Хао потеряли большую часть, опять-таки, девайсов. Минус. 3. Ну и 3 Макс закупаются повторно. Фамасу Джинкс. Возможно, какие-то проблемы здесь с закупом. Ну да ладно, не страшно. Отыгрывает он вновь как раз -таки на верхнем под Аплентом. Ну и номер 2 он Джумака. С АВП под улицей Юха. Вот кто кого здесь найдет под улицей, тем временем под рампами, Джекс попытка прострелять в смока, но здесь Зен контролирует очень-очень далеко. Хае полетела там. Юха получает по ноге. Тут же без головы остается отто. И вот в итоге 3D Max. Буквально пару пуль oh. потратив, и одну Хае уничтожают одного, а второго оставляют красным. Уже огромные проблемы у Хаву. Как ты уже отмечал, они потеряли львиную долю девайсов в прошлом раунде. И Сейчас они рискуют выйти на. Минусовую экономику. Врыв на рампы. Есть минус по Джексу. Выровняли ситуацию по живым игрокам. Лаки где-то в смоках петляет. Пытается, видимо, в лобби проникнуть. Но здесь должны его ждать. Нет, здесь красный. Юхо. Без шансов. Втроем остается Хаву. Но они уже прошли на точку Б. И они сто процентов поставят бомбу. Но вот оборонять ее будет по-прежнему очень сложно. Огромное количество гранат у команды 3D Max. Три набора щипцов. И ретейк начнется очень-очень скоро. Так, ну Лаки вместе с Джексом здесь, конечно, уже подошли совсем вплотную. Откидывается молотов. Кстати, своевременный. Горят, горят. Лаки и Джинкс тут по хп, конечно, все очень-очень плохо. Ну что ж, хаву. хае им туда сейчас еще слово и закинул бы, но слово не в той позиции, чтобы эти хае кидать. Зен забирает одного, а тут же Мак открывается, но ну, точно уже будет ждать соперника на этой позиции. Mm. Это беспроблемный фраг для данного, для данного, игрока. Там два на верхней, два на верхней. Со, слово дают минус два. Третьего добрать также должны парно. И тут Давид просто допрыгался, информации не было по игрокам атаки. Хаву берут второй. Вновь потеря, конечно же, трех девайсов, но, тем не менее, все еще победа для финнов. Это потеря всех девайсов для 3D Max Это и потеря да. всех денег для 3D Max. Ну и вот они, 22400. и вот, и говоришь, уже с юспами от французского коллектива. И, кстати, Хаву могут здесь уже рассчитывать для себя, ну, как минимум, 3, а возможно и 4 раунда здесь заберут. Дэвид Пик покупает Дигл. Ну и никого. Все-таки здесь не находит ни в кого не попадаешь. Уж хаву, как мы видим, отыгрывают здесь пока что очень-очень пассивно. Вопрос: читают ли экономика оппонента? Даже если читают, возможно, приняли решение здесь как можно меньше девайсов терять или отдавать. Слови. Так, вот идти против мака. Дверь открыли. Попытка прочека. Ну и дверь тут же закрыла. Интересный момент. Ну, так бывает, Counter-Strike. Э -э, причем грамотно де действует Хау в данном раунде. Они видели, как 3D Max играли на карте данюк И они знают, что те знают вот этот раунд с поджимом лобби с трех сторон трампы. Это, это будка и это скрип. И вот сейчас просто ждут данного врыва. Этого врыва не будет, как мы видим, но понятное дело, они-то об этом не знают. Поэтому просто делают. Аккуратненький, медленный холд, спокойненько будут дальше продвигаться. Ну, скорее всего, на точку А это достаточно безопасный выход против пистолетов. Но есть шанс внутри 3D Max дать пару фрагов, а потом, возможно, еще и с подобранными девайсами как-то отыграть. Уже стягивается Джекс, минус под Джинксу дали. Два дигла по-прежнему живы. Уже один остается, это Давид Пи. И, и Дигл подбирает уже Джекс. И его выжидает Отто. Отто видел соперника, дает кол своим тиммейтам, ребят. Я его забрал. Остается только Давид. И он находится довольно далеко от любых перестрелок. Ждет, что кто-нибудь ему что-нибудь принесет. Хороший кол, действительно, ребят. Я его забрал. И Дэвид Пи. Ну, ты говоришь, один в пять. Ну что ж, третий раунд для Хау, пока что без потерь для этого коллектива. Вот они, плюс денежки, плюс экономика. И там, кстати, французы. Точнее, Афины выдвигаются и казнят Пи. Отлично. Хаву, что-то по деньгам хочется посмотреть. 3700. Ну, только-только начинают они здесь разгоняться. В свою очередь, в этом раунде их оппоненты будут закупаться. И если этот раунд проиграют, то дальше уже Хаву могут вырываться по деньгам очень и очень хорошо. Видим, как Мака, будучи без армора играет на АВП. И вот куда он устремил свой взор? На улицу, пока на мэй не находится. Выцеливает он скрипа. Кстати говоря, там открывается игрок. Он уже десантировался. Этого не слышал Джинкс абсолютно. Возможно, информация это поступила какая-то от Мака. Тот-то должен был что-то слышать. Но это... Ты посмотри, два игрока 3D Max вынуждены сейчас контролировать точку Б. А там проход по секрету. Огромные проблемы. А проблема Алаки слышит этот проход на секрет. Но что можно с этим поделать? Нужно будет бороться на каких-то контактных позициях. Мака, как ты тут оказался? Э, паучье чутье spider Спайдермен. Ну, узнаем, наверное, потом уже при просмотре демозаписи, конечно же. Тем временем выход от Хаву. Горски на нижней перестрелка против Дэвида Пи. проваливает он свою позицию на вилке. От, отыгрывает игрок защиты Лаки. Попытка выйти в спину, но пока что только-только под шифтом. Тем временем перестрелка Джейк с и проваливают. Этот игровой момент. Юха, отличный спрейдаун. И ситуация уже ну, кстати, равная. 2 в 2, но по хп Юха красный. Но это при установленной бомбе. Юха идет стреляться с Джексом. Это большая ошибка. Будучи красным, Юха делал этот выпад. В итоге Зен остается 1 в 2. По нему есть инфа. Стреляет с одним. Второй будет бить ему в спину. И тут же без шансов для Зена. Раунд за командой 3D Max. Можно сбегать, подобрать ВП. Это не проблема. Ну и вот очень опасно было. Очень опасно. Обрати внимание на то, что за... Сколько? 9 сыгранных раундов у Зена все лишь один фраг. Ну, это случается. Ну, случается опять же, мы говорили лет. о Зене, что у него довольно сильно влияние именно карты. Это да. То есть он может комфортно себя чувствовать где-то на Мираже, на каше, на многих других, но вот, например, тот же трейн-нюк ему как-то не поддаются. Mm -hmm. Ну что, 6-3. Как мы видим, французы берут для себя. Очень важный раунд и не позволяют Хаву здесь все-таки получить финансовое преимущество. Ота находит опенфраг по лаки Ну что ж, что же будет дальше? Защита пока что здесь в меньшинстве. Ота Юха вот так красный. Юха-перевод. На выпад Маки. Мака здесь выживает каким-то чудом. Джекс продлевает смог. И пока что, вроде бы, Зен, возможно, подумает. Хм, а почему бы не ворваться в этот смог? Ну, Рампы действительно оставили 3D Макса, если бы был врыв от Зена, но он бы эту позицию уже для своей команды. Разведал, отжал. И, кстати, выпад-то будет, но он будет немножко отсрочен. Там э, два игрока команды 3D Max контролируют улицу. И возвращает, судя по всему, Джекс под рампы. Вот этот выпад сейчас будет от него и его видели. Его видели и могут просто не пустить обратно. Он это тоже понимает. Открываться уже сюда не будет. Просто даст информацию команде. Видим, как пошли десанты уже в винты. И точку Б будут контролировать непосредственно из секрета. Игроки команды 3D Max. Э, да, они в меньшинстве, но насколько битые ребята из Хаву, и добрать их может быть очень и очень просто. Хорошая позиция у Мака, практически. Как One Way Smoke, только ну вот виженного соперника по тебе будет крайне мало. Тем не менее, он промахивается, вынужден уходить. Ну, и перспективная позиция здесь, конечно, не дала никаких минусов для французского коллектива. И бомба устанавливается. Кстати, в очень интересном моменте. Мака прострелом делает минус по Ота. Тем временем под рампами. Юха делает минус по Джексу. Еще, кстати, есть подключение от Соу. И Слови также наказывает Джинкса. Но один в 3 французы упускают. Здесь возможность закрепиться по раундам. И Хау, в свою очередь, отвечают. И вот они, плюс деньги вновь. И, кстати, 3D Max, потеря четырех девайсов. Это, это нереально печально. И, кстати, DVDP еще здесь также можно забирать. О, ошибка. Но времени хватит, и у француза, по-моему, нет. Нет, нет, нет. Здесь просто слови не должен играть на стрельбу. Тем не менее, сам на него вышел Пи. И слови дал этот фраг, не получив даже и урона. 4-6. Очередные минус деньги для команды 3D Max. Очередные пистолеты XM появляются у Давида. Остальные будут уже на CZ и диглах. Uh, ну, это пятый для Хаву должен быть. А если они возьмут пятый, ну, не факт, что они, конечно, его возьмут. Но если возьмут, это будет и шестой равный счет. Первая половина становится настолько же жаркой, насколько и весь декэш. Да, действительно, пока что первая половина была ну, очень очень добротно сыграна как раз ребята. ребятами из 3DMAX. Взяли они серию. Но вот Хаву все-таки с каждым раундом уже начинают набираться уверенности. И вот уже 4 для них лозовый минимум на своем Пики уже неплохо. За атаку можно здесь забирать и пятый, и шестой, почему бы и нет. Тем временем проход по улице. Положили смоки здесь игроки атаки и ключевые позиции вроде бы как занимаются. секретки отыгрывает игрок защиты, он же Дэвид Пи. Лаки вместе сам Джинксом подаплентом. В свою очередь Соу уже, если я не ошибаюсь, на девятке. Зен, кстати, контролирует поджим со спины. Ну вот попытка здесь хоть какие-то позиционные преимущества добрать для 3D Max, но как мы видим, разминулись тут они со своими оппонентами, которые все еще думают, куда же им пойти. Хорошая позиция. Но wow. я никак не ожидал даже здесь увидеть Зена. Какой разворот а тот то. Ну и, наверное, где-то брак по стрельбе от мака. Лаки горит. Выходит. Пытался подождать тайминг, чтобы снайпер убрал свой прицел от его позиции. Но не удалось. Тут же джингс подловил Сол, so. Ну и вот Давид остается со своей XM1. На вентилях стоит. На самом деле, может еще успеть пару фрагов дать. Пошел шевелиться, ходить его вот-вот и найдут. Смог продлевается. Слышали открытие дверей, здесь слово уже просто не отпустил. Какой хитрец, конечно, Тук -тук. здесь Дэвид Пи. Действительно, открыл дверь не в ту сторону. Ну и действительно, XM ну, сейвить в этой ситуации. Ну да ладно, что ж. Показывают нам такие хайлайты от Отто. До этого он еще сделал минус по игроку защиты, который выходил с нижнего под девяткой. Ну и вновь минус экономика для 3D Max. Хаву уже могут рассчитывать на себя, для себя как раз таки забирать шестой раунд. И неплохо возвращаются в первую половину ну, забирать 6, а то 7 раундов на нюке за атаку, в принципе, неплохо. Тем временем, укрепление от французов. 4 игрока под улицей. Но Ото здесь, по-моему, шаг за шагом будет своих оппонентов выцеплять. Вместе с Юха. ну и на суппорте еще также соус к 47 -м. Это на десерт уже. О, кстати, Оу. вот теперь Юха остается Ауч. на десерт. Ему бы выжить тут в данном раунде. нет, жалко. Да, но тут просто, если тиммейты его не поддержат, то он стопроцентно умрет. Так, пытка репикнуть вместе и защита не справляются с этим вызовом для себя, но все-таки добрали Юха. Н Неприятно, но тем не менее. Можно играть дальше, ее только же 2 в 4. Шестой закономерный раунд. Ну, давайте, давайте, финны уже. Забирайте для себя прострелка. Лак. и забайтили тут, конечно, Джекса. Лаки, пиу, пиу, пиу. Не получается даже последний минус сделать. Ну, 6-6 пока что временно ничья. Ладно, одного потеряли, это не проблема для атаки абсолютно, если учитывать, что половина скоро закончится. Ну вот тут, не знаю, ноги, видимо, там вижу какую-то щель, но не вижу, знаю. Вижу щель, не вижу препятствий. Ну что ж, 6-6. Как мы видим, 3D Max. сильно препятствий пока что для них, ну, слишком много за атаку. За атаку оппоненты их уже взяли больше количество раундов, чем, наверное, они могли рассчитывать. Ну и Джинкс. Тем временем показывает нам слои. И открывает он скрип. Вот так, кстати, получил где-то демаш. Также Мака получил демаш. Минута 20. Никто не умирает, странно. Ну, темп стоит замедлить, да. на самом деле. Хавл добрались соперники до девайсов, и Хавл понимает ответственность данного раунда. Они пока ведут в плане инициативы за атаку, но эту инициативу они могут Потерять моментально, как только проиграют один лишь раунд. Неужели Слоуи пойдет сюда? Мака уже, не знаю, по-моему, раундов 30 в первой половине стоит на данной позиции. Джекс проспал выпад а от Отто. В итоге разменялись пока в равной степени. Ну и что неужели под Б опять пойдут через... То есть всегда, Почему когда каву забирают рампы, они всегда идут под Б, потому что это и читается. Потому что здесь уже есть игроки обороны. Mm. Потому что сейчас еще и бомб Керри заберут после установки бомбы. Зен, конечно, дает один фраг, но на больше не хватает. В итоге перетяжка пошла на секрете, должны забирать игрока обороны. Да, Лаки погибает, Соу находит соперника oh. и схватывает на лету. Мака последний, Мака на прицел к Юху. Вот так вот распетляли в самых непредсказуемых позициях оказались последние два игрока Хау. Но никто не может ожидать, что в момент установки бомбы какой-то парень будет под девяткой ловить просто летающих контртеррористов. Ну, как мы видим, здесь ребята из Хау чувствуют себя на своем пике как рыба в воде. И 3DMAC здесь, конечно, чувствуют себя напротив. Не очень уверенно. В последнее время отдают они уже большую серию. И. О, как мы видим, интересный момент. Попытка ну вот он поджать, пуш. и пух со стороны рампов. А здесь уже вроде бы как хау должны быть готовы. Правда, вот начало раунда не так уж хорошие. Джинкс, ТЗшки, минус 2. вот тут уже размена. Дэвид Пи подключается минусом по ОТО, 2 в 1. Уже Дэвид Пи подбирает снайперскую винтовку. И, кстати, бомба выпала. Он ее контролирует. Молтовы залетают. И надо бы, конечно же, смещаться наверх. Но нет, он идет на улицу ближе под Мейн. хау в свою очередь, бомбу подберут. И вот говорил я буквально раунда 4 назад, что знают Хаву, что такие поджимы команда 3D Max сочиняет. Но при этом в этом раунде были не готовы они. только Соу смог дать грамотные размены. Тут же находят последнего Дэвида P. Это уже выигранная половина для команды 3D Max на карте Дэ Нюк. И вот, казалось бы, 4 игрока сидели и ждали выпада от соперника. Но перестрелять их смог только Соу. Действительно хорошая попытка от защиты, но не засчитана, к сожалению. Ну и восьмой для Хаву и снайперская винтовка от То. И, кстати, WP АВП, Джекс и Мака. А почему не Лаки? Интересно, возможно, там первый респаун у Джекса. Да, отыгрывает он в соло под рампами. Тем временем Отто и Соу страдает. Ну, Соу немножко страдает. Отто уже второй раунд подряд. Ему неприятно, конечно же. Под улицей, разыгровка. Юха отыгрывает над мейном. Лаки десант. Э О, тут выпад смока. Интересно, провал. Давид размен посол Выход в спину. Ну ладно, Юха. Все а где, есть... нах где находится Лаки? Ага, Лаки в мейне, Я думаю, он вышел. А, ну вот, теперь уже 3 в 3. И да ладно, ну куда ж вы все в смокита Никто ничего не видит, все хотят стрелять. Зен разменивается, но у него 12 хп. И есть информация от Лаки, что тот попал сопернику по голове. Он точно слышал этот звук, он точно видел искру. Дж Джинкс! Погибает постоянно фраг, размен, фраг, размен. На протяжении всего раунда 8 игроков погибало именно таким образом. Ну вот Юха сейчас будет стреляться с Джексом у того ВП на руках. Но у Юха есть один козырь в рукаве. Это непредсказуемая позиция. И Джекс, который сидит к нему, ну практически боком. Юха будет сейчас Оппонента. Легчайший ван тап от Юха. 9-6 в пользу Хаву. Это был очень интересный раунд. Юха минус 4, и по сути именно он разменивал тиммейтов одного за другим, методично давая фраги. Ну действительно, пока что на своем пике. Ребята из Хаву камбэкнули с первой половины, за атаку взяли уже даже больше, чем нужно. 9... счет был 5-0. Да если кто не знает, теперь уже 9-6. Это очень мощно. То есть как только они добрались до девайсов, ну, один проиграли, но как только они добрались до девайсов второй раз, дальше уже они не отпускали половину до самого ее конца. Здесь стоит задуматься нам еще раз, потому что мы говорили о том, что у 3D Max может быть хорошая защита, но их атака как-то была совсем слаба и довольно безидейна. К ней было очень просто подготовиться, скорее всего, к команде Хаву. Ну а как оно будет там все развиваться во второй половине, узнаем после очень маленькой рекламки. Делай ставки на GGBET. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBET. Лучшие ставки на киберспорт. Ну что ж, пистолетный раунд, который здесь, конечно же, многое решит для коллективов. Если его выигрывают ребята из 3D Max, то они все еще, возможно, остаются в борьбе как раз на пике своего оппонента. В свою очередь, если его забирают Хаву, то там уже, ну, возможно, будет 12-6, если первый девайсный, ну, и тут уже победа 2-0, и Выигрываете этот гранд-финал. Да, я напоминаю, что на сайте GGBet на этот матч коэффициент был далеко в пользу команды 3D Max. Вообще 3D Max у нас из верхней сетки по прошли, и вообще 3D Max у нас обыгрывали команду Хаву. Здесь довольно много сенсаций включается, случается в рамках этого Best of 3. Давайте посмотрим. Ну, опять же, как смарт. Здесь и говорил, что пистолетка решает oh. много. От oh. одного забрал. Но дальше фраг не последовал. Тиммейты также не смогли помочь. Соу дал один минус. Вынужден был с позиции со своей уходить. А вот что делают 3D Max. Они не идут на Б, понимая, что перетяжка-то на Б пошла. Они идут на А. Но с бомбой игрок. Джекс десантируется. Суу! Со... Uh -huh. Забирает бомб Керри. А Смотри, где она, где она лежит? Где она лежит? Наверху. Ну, и тем временем не нужно ошибаться Юха, в этой ситуации. В итоге же 2-2. Ну ладно, что ж, можно еще поиграть. Интересно. Минута 16 на таймере. Соу отыгрывает на девятке. Бомба действительно выпала в очень интересной позиции. Да, Хаму здесь наверху лежит. нужно перегруппироваться, конечно же. А где отыгрывает Слоу? Это интересно. Соу, так заметил оппонента, плюс информация. Тем временем номер ноль, он же Слоу, где-то... Где вот здесь, мейн. возможно, Соу не стоит стреляться. Пускай они забирают эту бомбу, да. они, скорее всего, ее... Ну, то есть они понесут мимо вас. Можно занять более хитрую позицию. Просто здесь его могут вдвоем добрать. Он сейчас будет стреляться с одним... А второй выйдет и заберет его на релоуде. То есть Лаки мог подняться в этот момент. Тем временем Слоу открывается со своей позиции и проваливает суперсилку против Лаки. Ну что ж, Соу вынужден в этой ситуации тащить Соло. У него отсутствие первого армора киты на руках. 33 секунды до конца этого раунда. Бомба подбирается Лаки. Выход на девятку. А тут уже Соу нет. Соу сместился куда? По-моему, винты. А, а тут выход на А. Это Интересно. почему? Ну да ладно. Не разбериха какая-то здесь. По тактике. Я был уверен, что ребята стакнутся на точке А и будут ждать где-то наверху своих оппонентов, которые полезут с девятки на эту позицию. Да. Но нет, они просто пошли стреляться по одному. В итоге Сони может вылезти из винтов. Ну никак совсем... Это какие-то совсем странные действия были от Хава. То есть... Бомба лежит наверху. Если бы она лежала под девяткой, соперник моментально мог побежать на рампы, забрав бомбу очень быстро. Если бы она лежала наверху на девятке, это было тоже не очень удобно. А там пришлось перепрыгивать, перезапрыгивать. Это все время отнимает. И по-любому они придут на... Ну, то есть, ладно, тут подрезали джинкса, вот так вот. Ну, как обидно было в прошлом раунде, оставшись э, 4 в 2. Ребята из Хава, будучи в большинстве, проиграли, даже при всем том, что бомба выпала в таком интересном положении. Ну, да ладно, что ж, ошибки случаются. Вот он, Counter-Strike. Зентя временем по 2 бейс мог будет отыгрывать под рампами. И, в свою очередь, 3D Max направились именно туда. И экзамен для финского игрока которую он проваливает, Мака подфармливает своего первого оппонента Юха с Диглом, ну вроде бы как нашивает Джекса, тем временем Соу перетягивается уже под б плант Мака Свою дуэль должен по идее выигрывать, что-то с патронами, но Соу все-таки отходит обратно, ну и бомба будет устанавливаться как раз на нижнем планте на лаки ставит пакет. И что, Хава развернуться на сейф или как это будет происходить? Потому что пока у них позиции такие не очень перспективные. Или же будут пытаться играть на экзит фраги, забирая девайсы соперника. Ну, из девайсов здесь хотелось бы забрать, конечно, один из трех АК. Ну, скорее всего, не удастся этого сделать. Наверху находится слоу, и Именно у него самые большие шансы на то, чтобы девайс выудить. Но также, скорее всего, к нему просто-напросто никто не придет. Ну и что ж. 3D Макс довольны таким стечением обстоятельств во втором раунде, второй половине. Они не потеряли ни единого девайса, плюс еще подфармил мака, плюс деньги неплохо. В свою очередь, Хау действительно, в следующем раунде будут. Ну, также рассчитывать хоть на какую-то борьбу для себя. И, возможно, мы также увидим от них пуш, как раз таки рампов, как раз таки, например, с позиции будки. Почему бы и нет? Давайте смотреть, дорогие друзья. Ну, кстати, пуш мы можем увидеть с другой же стороны. Они понимают, что у их оппонента контактные девайсы в данный момент, и на них нарваться не хотелось бы. И в этом раунде они сейвили не для того, чтобы дать сопернику нафармиться вдоволь в следующем. Посмотрим, они стакуются, судя по всему, под А. Отправляя играть в ангаре только лишь одного Зена с USP. Скорее даже на информацию, нежели на потенциал какого-то фрага. Но вот эти позиции под А выглядят довольно опасно и многообещающе. Правда, бомба идет на рампы. Ну и тем временем, вновь действительно выход на рампы от 3D Max. Понравилась им эта позиция. И, кстати, Зена действительно там нет. Зена отыгрывает под ангаром. И свободное действие для 3D Max. Никто им противодействовать здесь не будет. So, вот эту информацию для тиммейта. Выход вновь на нижний. Правда, нет, это Юха. Ну, попадает вновь. Кстати, по тому же Джексу. интересно у них здесь Синергия. Так, попытка прочекать все ближние позиции. Ну и вроде бы как э, Хау здесь не застаканы. Все-таки Соу нашли. Под Бэплантом ото перетягивается. Дигл на руках. И Мака. Мака, привет. А вот он плюс фарамган. Можно еще побороться. Почему бы и нет? Ну, возможно, Хау на отходе как-то своих оппонентов попытаются здесь дожать и уже потом подобрать эти АК-47, кстати, которые имеются в наличии аж трех штук. У французов, хотя вот что-то подходит. У нас финны, дверь, ну непонятно, пока чего они хотят. Хотят сделать минус деньги оппоненту и плюс девайсы себе. Вот Давид рискует умереть, и он умирает. Это плюс АК для Слоуи. Этот девайс он 100% сможет подсейвить. Ну и уходят остальные. Остальные игроки французской команды на рампы. И здесь уже в своем отступлении никого они не потеряют. Это 9-9. Но Хаву смогли выводить для себя, например, АК. Для слова, это хорошее дополнение. С МАК-10 может потенциально сыграть игрок на будке. Но это очень рисково. И, скорее всего, так делать не будут. Ну, это, это правда. Может быть, неоправданный риск. Зену дают МАК-10, и он именно с ним будет играть. Вот это... Ну, ладно, посмотрим. Занятно, по крайней мере. Ну что ж, там также, кстати, в лице коллектива 3D Max есть фармган, только на руках у Джинкса. Проход на улице. На рейминтайминге откидывается Молотов и под мейном игрок защиты ну, не пытается пикать, хотя вот Опять-таки, кроссфайром здесь играют коллективы игроки защиты. Ну Юха. Ой-ой-ой, опасно Прострелу. Но лишь на минус 26 в этой ситуации, правда, будут попытки пройти для Джекса. Как раз кивмейн десант. И там перестрелки мы пока что не наблюдаем. Слово нашел чуть глубже. Смог должен закрывать любой обзор. Юхо замечает одного, тут же Лич. второго забрал. Отто. Юха переводится на третьего. И этот минус 3 в секунду от команды Хаву. Вдвоем остаются Мака и Джинкс. И тут же открытие пошло. Здесь бегает без позиции. Просто игроки обороны. Пытался Джинкс кого-нибудь из них поймать. Не получилось. 3А у команды Хаву. И тут же Отто дает минус по Джинксу. Остается только лишь Мака. С Мака с АВП. Да. СМАК-10 был Зен, но он уже раздобыл себе АК действительно, смак-10 Зен ни единого минуса не сделал. но тем не менее подобрал более лучший девайс для дальнейшей отыгровки, а тут уже слови подходит и делает Мику минус по последнему игроку атаки. Триде Макс. Первый девайс на рантово второй половине проигрывает. Все-таки финанса хватает. И вот он, кстати, повтор от юха, который просто сел в углу. Смок расселся и дал дабл килл, что, кстати, повлияло на исход прошлого раунда. По сути, и решила не того самого раунда без АВП сейчас вынуждены 3D Макс исполнять. А, в свою очередь, это по-прежнему имеет свою снайперскую винтовку на руках. И, кстати, использует ее по назначению очень грамотно и качественно. Ну и Мака, кстати, в во обороне также выступал неплохо с АВП. Но вот, правда, там не все так гладко было у остальных. Тут же видим довольно интересный план. 3D Max. судя по всему, это раскид будет точки А. И выход очень быстрый. Сюда тай темповый соп. Проспал. Тайминг. Теперь еще и минус пословия, которое успел только один фраг оформить. Дальше выпад с э, Хевена, но ну, практически обречен на провал для команды Хава. Здесь нельзя им выходить. Неужели под эту флешку? Неужели вот под эту флешку можно? Передумал, возможно, Юха в этой ситуации. Раскидал, Сейв. хотя, да, действительно, поступил кол. Хаву понимает, что потеряли два девайса, и уже выбивание здесь, конечно же, будет слишком рискованно. Если они его проигрывают, то 3D Max могут рассчитывать для себя здесь, конечно же, забирать. И 11 Хава отсейвится... Ну, не факт. На своем КТ-спауне, возможно. А тем временем шестой номер, где же отыгрывает в ангаре. Ай-яй-яй, какой провал от Зена. Ну, у Зена сегодня вообще не летит. Пять фрагов всего лишь у него. И, если честно, ну, если честно, это очень-очень... Неприятно. Ну и в следующем раунде команда Хаву будет экономить 100%. Вот-то, конечно, забирает одного. Он может еще двоих забрать, конечно, возможно. Но, скорее всего, не получится. 9 хп, oh. есть фраг, но и ответный поступает. Это минус деньги для команды Хаву. По 3000 есть там у пары игроков. 6 у Зена, он покупает ВП, возможно, даже дропнет его тиммейту. Ну или сам сыграет со снайперской винтовкой. XM условия, но ну, в общем, мы видим, то есть это какие-то полумеры, не самые опасные девайсы. UMP-20Z — это либо супер дальняя дистанция, либо, наоборот, суперконтактная дистанция для команды Хаву. Это либо 12 для 3D Max, либо 11 для Хаву, и не возвращаются ну, как раз таки по финансам в эту встречу. Тем временем 3D Max делают упор как раз таки на улице, и там отыгрывает лишь один Юхац. he Хаешку откидывает и никого не забирает с собой. а дается первый игрок защиты. Притяжка тут уже в отсловии, если что, маком закроется и со своим XM отыграет. Ну, французы молодцы, здесь, конечно, нашли для себя фраг, и тут же перетяжка обратно. Начали очень аккуратно играть, и пока что вроде как получается конкретно против данного закупа. И, кстати, вопрос, открывался ли Отто со своей снайперской винтовкой? По-моему, нет. Ну, пока 10 патронов у него все еще есть в рожке, так что, скорее всего не, не открывался, не стрелял уж точно. И открытие будет по Зену. Зен стоит в хорошей позиции для того, чтобы красного джинса забрать. Но сам начинает стрейфиться и в итоге потерял голову. Остается втроем тут же моментально. Хаву пошел выход на точку А. Есть минус от Отта. но его самого прожигают. И нужно пытаться уйти на сейф, но подсейвить не факт, что смогут. Отто бежит на мейн. Отсюда ждать его 100% будут. Пытался хороший тайминг поймать. Слоу и в итоге он медленно умирает. В вентилях. Ну и пошел пушить просто мак своего оппонента. Так, ну действительно, какой-то неприятный момент здесь для Соу и был дистаймик для Мака. Тем временем, Мото находит минус. А что ж, можно попытаться еще клаш здесь разрулить для себя. И вот вопрос, есть ли информация о том, что Джинкс красный и... Ота уже сделал квадрокил в этом раунде. Киту у нее также есть. 20 фрагов оформил. Откидывает молотов. Справа никого нет. А время тикает. Он и вот много он времени понимает. теряет. Что? Ну, ладно, 11-й 11 <свист> раунд здесь для 3 Макса вот повтор от Ота. А я не понимаю, мы сегодня уже неоднократно видели, как э, игроки, что в, что в первом Best of 3 серии, что сейчас просто в самый нужный момент берут и простреливают, и забирают своих оппонентов без шансов. Это, если честно, спорный, интересный момент. Ну да ладно. Чуйка и профессионализм. Ну, почему бы нет, да? Хау. Начали этот раунд, опять-таки, положительно для себя. Сделали минус. Но тут же рефраг от Джексов подфармился С своим фармганом. Еще забрал соу. И. я полетела. Туда же можно отправить. И слоу. И 7 патронов. 6 патронов. Вот так вот. Перезарядить. И кв квадро квадра Ну а да, если добраться будет сложно. Закрыт стоит Зен. Зена находит все. Тот же Джекс. Это легчайший эйс, мне кажется, в его карьере. Да, действительно, самый легкий экс. Эйс в его жизни. 3 до макс, 12 раундов уже для них. Хаву на своем пике пока что выглядит не очень уверенно. За защиту не набирают нужного количества раундов. И снайперская винтовка у Отто вновь. К сожалению, в позапрошлом раунде у него не, потащи... не, получилось свою команду затащить. Ну и тем временем французы вновь агрессивные действия под улицей. В свою очередь Хаву на раннем тайминге сделали упор как раз-таки под дапленд ну и 3D, кстати, сделали видимость того, что они занимают улицы и тут же перегруппировываются под рампы, где Зен, главный, пока что неудачник. Этой карты. 5 фрагов у него всего лишь за 22 сыгранных раундов. Это, конечно, провал. Вот мейн-игрока. Вот она он приеме, промахивается. Зен. Минус по первому. Зен, минус по второму. Надо отходить. Даже. По да ладно, 3DMA! он еще и третьего забрал. Но с Юспом уже стрелялся с четвертым. Понятное дело, отойти ему уже не дали бы. На виды сейчас. Вот-вот спина найдет. Юхо, юхо какой тайминг для Давида, но все-таки Юха продолжил идти дальше. И качели, и качели, качели перекочевали с кэша сюда. Да, действительно интересно. И тут показывают нам повтор. Вот, опять-таки, после этого отдыша Зен, возможно, вернется. Возможно, действительно, только сейчас почувствовал эту игру. И такие моменты действительно придают уверенности. Ну, верим, что Зен вернется и поможет своему коллективу на своем пике все-таки закончить эту встречу со счетом 2-0. Я думаю, для Хаву это было бы очень и очень приятно. Опять-таки, забрать 3000 долларов. Мы пока смотрим на... Атаку рампов. Там вновь Зен. Вновь один минус, но тут начинает топить. И уже за это его и наказывают. Хотя урон раздал знатно. Юха добирается. Все-таки битого джинкса. Пока в большинстве остается команда Хаву, но она и, и не такие раунды отдавала, скажем так. 3D Макс должны цепляться за каждый микромомент. Слову и отправили под точку Б. Ждет в аквариуме выпада от оппонента. Там же, я думаю, где-то под рампами на рампах, точнее, находиться должен Юхо. А если кто-то на точке А от команды. Хаву. Ну и улицу, понятное дело, смотреть-то вообще некому. Поэтому Джекс может здесь пройти. Времени много, а вот бомба, скорее всего, таки лежит на рампах. Действительно, главный вопрос. Есть ли кто-либо для игроков защиты как раз пода. Возможно, это от... -та. Ну и... Нет, все-таки действительно кто-то есть. Пока что Юха туда то сюда у нас десантирует сама какую-то информацию. Открывает скрип. Ну и что ж, французы, как мы видим... Погоди, а где находится Юхо? Юхан упал как раз таки сейчас секретку. Я понял. Ну, тем временем попытка прочекать. На девятке все-таки игрок защиты свою позицию отдает. Это от действительно тот самый парень, только в этот раз отыгрывает он с М4С. у него не было возможности стреляться на данной точке. Хае получит туда же. 34 хп ему сняли. Ну и ретейк вот-вот начнется от команды. Хаву! Это фраг с XM от. Слоуи. Дальше нужно будет разобраться в первую очередь с Дэвидом Пи, потому что у него очень перспективная позиция. Его туда же добирают. Джекс остается один в три. Это очень сложный клатч. И с ним уже, конечно же, не справляется данный игрок. Бомбу поставили 3D Max. Это хорошо. Проблема в том, что нет каких-то грамотных накоплений финансовых. Вот что плохо. Хава уходит вновь на равный счет. Как же лихорадит этот нюк. Ты видел эту флешку, и это действительно ну, очень интересно выбивание. Моменталочка. Хаву просто тут сыграли нереально образцово. Ну и Юха, конечно, тут оформил трипл килл. Главный герой Прошлого раунда и минус деньги для 3D Max. Что, кстати, очень-очень интересно. Здесь Хаву уже могут рассчитывать для себя, как раз таки забирать 13 если не ошибутся, в этом раунде. Они знают, где Харапы. играют Зен. Они знают, где играют Зен, и они понимают, что у Это него сейчас байт. не лучший день. Они просто пошли его давить. Он дает вновь только лишь один фраг. Ну, здесь не так уж и просто было, но с другой стороны, Зен в лучший свой день. Забрал бы здесь всю вражескую команду. Джекс остается красным. Тут же моментально бомбу понесли под точку Б. Если кому там сражаться, судя по всему, нет. Соу so, не должен рисковать и открывать дверь. Ну не... Откроет дверь и заберет бомб керри. Ну что ж, хорошо ситуация. Уже 4-2 есть. М4-1 у Джинкса. Отсутствие арморов, кстати, здесь также может решить. Хаву, в свою очередь, а не куда должны... бомба пошла? Пуш из их оппонентов, а бомба на руках у Маки. Он просто проверяет возможный пуш со спины. Это, кстати, было очень интересное агрессивное действие. Открывается дверь и тут... Но тут пока что вот вроде бы как выцеливает своего оппонента. Время есть. Хаешка, отличное 3 хп. А Молтов есть? А Молтов есть. Но только он у Ота, а Ота далеко. Я думал, если будут давать, то в нычку открытие от Джинксах дает фраг. Дальше у Мака появляются шансы, но тут открывается Отто. И раунд берут команда Хау. Но у Найс 3D Макс забрали троих, поставили бомбу. Ну и несмотря на то, что Хау выходит вперед, такими темпами 3D Макс по идее, по логике и по тенденции данного, данной половины должны будут брать 13 потом сразу же. Ну, как мы видим, закуп здесь, конечно же, отличный у Французов в свою очередь, Хаву также закупаются. Ну, вроде как будет у них право на ошибку. Могут закупаться в следующем. Правда, бай будет не совсем полноценный, если этот проигрывают. Но и мы узнаем как раз-таки совсем скоро, проиграют они его или нет. Но если выиграют, будет уже 14-й. И можно уже, кстати, рассчитывать на победу на своем пике. Тем временем агрессивные действия под рампами, смена стилей, Зен перегруппируется. Тем временем 3D Max стоят где-то под нулем. Так, прокидка, гранат, но... Никто из игроков 3D Max здесь не пострадал. Фейк был на аутсайде. Отто играет невероятно агрессивно. Ну и забирает прострелом Давида Пи, но не попал по Джексу. Он стрелял по одному, а забрал вообще парня за 3-9 земель с данной позиции. Но это выход на рампы от команды 3D Max. Эту позицию себе они отжали. Правда, не 2 в 4. Здесь главное не ошибиться. И если они пойдут на бету, придется чекать очень много позиций. А если сыграть по дату, то можно вот такого соу поймать. Но соу, скорее всего, также видел оппонента. Соу. Заметил, вроде бы как Соу, и кто кого, Джекс, а была ли информация? Видимо, не было, видимо, не заметили его, я уж не знаю, мне так показалось, и... Ох, посмертно Соу дает фраг, он как будто мину заложил, а не дал хае. Выход от соперника, и тот взрывается, и вот, вот он тот момент, смотри. Да. На! Полный пи для Давида, конечно, в этой ситуации. Ну и 14 для Хаву, и минус деньги, минус мораль, минус надежда для французов. Как же они тащили этот нюк. И если бы выигрывали, то дальше уже, возможно, на третьей карте что-то да получилось. Но сейчас все идет к тому, что Хавы, что Хавы, конечно, свой пик заберут. Ну и ЦЗшки, арморы, Зен Хаешечку прокидывают. И прострел Джинкса можно здесь забирать. Как же это было близко. Близко к вакбану это было. Ну и смок от Соу достаточно занимательный. Видимо, играет против Молотова, от оппонента, которого, вероятнее всего, не будет. Есть минус по Это плюс девайс для команды атаки. Здесь не может Соу сражаться с Макой. Собственный смок не дает ему возможности на эти перестрелки. Ну и вот, Джекс, который будет открываться. Есть информация по нему, но слоу и без позиции его забирает все тот же Джекс. Джекс дает уже трипл килл. В итоге Соу оказывается окружен в сайте. Есть минус по нему. Зен последний. И Зен без шансов. Но... Mm, не надо так делать, Джекс, пожалуйста. Ну да ладно, что ж даже если бы своего оппонента забрал, тут Зену, то конечно, один в четыре. Ну, такой класс ситуации от него мы не наблюдали. Правда, вот недавно брал один в три, один в два, один в один. Легко, но не в этот раз, видимо, уже отойдет на сейф. Ну что ж, Хаву в очень ответственном для себя раунде. Здесь, конечно, допустили серию критических ошибок, и это не позволяет им здесь, конечно, рассчитывать на 15. В свою очередь 3D Max воспринимали духом, и, кстати, плюс 3 девайса для них, и экономика в следующем. Интересно, Зен. Так, так, настреливать. Хорошо, минус по Дэвиду, ну и Мака, конечно, собирает своего оппонента. Я могу так сказать, Зен за раунд больше одного кило не дает. Вот если дает один, то тут уже все. Ну, мы увидели опять-таки тот переход, тот отыгрыш на рампах, А, где ну, вот минус один раз да, После да. этого минус один, минус один и все. Ну что ж, еще один закуп от Хау. Две <свят> снайперские винтовки. Юха и От. А это план, а это интересно. И вот вопрос, будут ли готовы здесь французы? Что там под улицей? Восьмой номер, он же вот отыгрывает... Как раз таки ближе к ангару. На рампах есть также снайпер. В лице Юха. Джекс под смаки. Ну, вроде бы как проходит ближе к мейну французы. Какой у вас план? Скорее всего, найти кого-то в упоре лаки тем временем. А что это было? Кто его пристрелил? А, его на рампах, скорее всего, продамажил э, стреляющий снайпер Юхо. Тут же стреляющий снайпер убивает Джекса. Ну и у 3D Max начинаются проблемы. Информация, возможно, была. Какая-то аудиоинформация, конечно же, имею в виду от Зена. Слышал он десант. Игроков промахивается от Ота. Развели его на выстрел. Он тут же реабилитируется блестящим. Киллом по джинксу. Мака пытается прокинуть от Ахае, но тот уже со своей позиции отошел и работает со стекол. Кстати говоря, тут под рампами так ничего Лаки-то и не смог сделать. То есть получил урон, а в итоге и соперника напрячь даже не смог. Разворачивается бомба, идет на лобби. Ну и что, выход на точку А под парочку флешек. Действительно, там еще будет подключение у вот Дэвида который, если я не ошибаюсь, отыгрывает над Бейном. Да, Мака все-таки... Ну, здесь откидывает флешку под нее. Возможно, Дэвид Пи будет вырываться, А там Зен приемка. И где перестрелка? И Дэвид Пи свою перестрелку выигрывает. Ситуация немножко выравнивается. 30 секунд. А по хп все очень да, плохо. Да, да, вот в чем проблема, понимаешь? Тут, как ни крути, выйти на А будет сложно. 24 секунды. Очень мало здоровья. Мака выходит на прицел к отто. И сейчас он может дострейфиться. В определенный момент пытается развести снайпера на выстрел. Тот не разводится. Есть информация уже у защиты. И вот приходит Клпа. Разводит, разводит отта на выстрел. Все-таки. Но тут же он забирает лаки. Переводится на девятку. Должна быть помощь для Отта. Но помощи не будет. Есть минус от Дэвида Пирса. Нет, нет. Это минус раунд, потому что Слоуи сидел за ящиком. И он больше ничего не делал. Он просто сидел за ящиком. И таким образом выиграл раунд. Да, действительно, иногда лучше сидеть, но ладно, рано радоваться здесь еще финам. Почему? Потому что 3.300, 3.400, 3.600, байт такой себе, в свою очередь, 3D Max. В прошлом раунде засейвили два девайса, и раунд здесь, конечно, вырисовывается по девайсам для них более комфортно, ну и Полетели раскидочки. Снайперская винтовка у Маки. В свою очередь Хаву здесь. Сколько фармганов? Очень-очень много. Целых 4 фамас. У Ота ну не в Нельзя ошибаться. Здесь Хаву, правда, ошибается. Да, ведь раунда... да, Юха ошибается еще и Слоуи. В итоге минус 2. А как уже говорилось, это последние деньги. Да ведь не ожидал Десанта, но, правда, вот-то смог дать только один фраг. Тут же Зен отвечает, но у него 13 хп. Они 2 в 3. Э, да, 2 в 3. И позиция не самая удобная у Слоуи. Да и девайс не самый хороший. Там где-то что-то должно на улице лежать, насколько я помню. Но это все же ничего не гарантирует для команды Хаву. 3D Max вот-вот выйдут на 14-й. Да, и там как раз-таки минус деньги для игроков защиты. И вроде бы как в этой ситуации финны понимают, что лучше отдать 14-й, сохранить эти фармганы, сохранить эти киты и как раз-таки арморы. Ну и вот они проблемы у финнов и могли так эффектно закончить все-таки. А здесь эффектно заканчивает Зен, к сожалению, ну и минус какая-то ударная сила уже на следующий раунд. So, ну вот, UMP засейвил. 3D Max так просто этот нюк отдавать не хотят. И вот проблемы защиты экономические. Казалось бы, ты берешь раунды, у тебя все хорошо, но ты теряешь игроков и минус экономика каждый раз. 3D Max проиграли раунд, а бай у них шикарный, а вот у соперника ужасный. Ну вот от этого, от этого и становится интереснее смотреть Counter-Strike. Мы видим 3 ЦЗ, UMP и Scout. Вот, возможно, увидим снайперскую дуэль. Там, кстати говоря, два у него есть соперника с другой стороны карты. Ну что ж, Мака открывается на улице, со будет пытаться найти соперника. Но вот, я думаю, уж эту позицию это точно должен будет ожидать. И Мака пробирается все дальше, все глубже. Проехали. Ну что ж, пока что раунд у нас подуспокоился. Минута 20 на таймере. 3D Max опять-таки ожидают пуша со всех позиций. В свою очередь Хаву также стоят на своих точках. Так, полетел смог на улицу, на Имака выцеливает секрет. Где находится Отто? Отто, Отто, Отто практически с КТ Респа будет посматривать, но на данной точке его забрать будет очень просто. До последнего 3D Max, понимая всю ответственность, играют осторожно. Oh. Юхо разменивается. Тут же зажигать на ему под ноги. От тиммейта полетело. Юха никуда не уйдет, но это не мешает oh. ему дать фраг. Со сжигает тиммейта. Слово и получает колоссальный урон. Откидывается граната. Еще 47 секунд. 3D Max некуда торопиться. Они должны цепляться за любую ошибку. Мака чекать не может найти оппонента. Куда они делись? Куда они делись? И тут же Слоуи дает еще фраг для своей команды. Дальше подбирает ВП. Минусует еще одного. Вот и со остается два Против одного Джинкса. Джинкс ничего не знает о местонахождении соперников, Фейкует. Где же? На девятке должен быть фраг, но его там нет. Отто открывается. Оу. Есть инфа теперь по Отто. Но Джинкс пытается найти второго. Второй был на вентиле. И была информация, что второй был на вентиле. Джинкс ставит бомбу. И тут уже начинается ретейк. У Соу есть киты. Ну и 18 секунд тут только что было, попытка репик, тут с игрок СО выигрывает эту Best of 3 серию 16-14, на каких-то краполях финны берут этот нюх, как такое происходит, 3D Max, как, с таким какой шикарным Какой раунд баем? проиграли, какой раунд проиграли 3D Max, это... Вот так вот и бывает, дорогие друзья. Финал. 3000 долларов на дороге не валяются, а что вы хотели? Возможно, финнам нужно больше, чем французам. Но в любом случае, они вышли уже в основную часть, и там будут бороться за основной призовой фонд. Да. А там уже будет, наверное, даже и поинтереснее. Кстати говоря, друзья, чтобы не пропускать дальнейший матч, даль... да, дальнейший матч нашего турнира, а дальше будет только интереснее, потому что там и команды покрупнее будут, нужно будет подписаться на канал. Вот там сердечко есть на трансляции, на него нужно будет нажать, и все довольно просто. Придет вам уведомление, и вы зайдете на трансляцию. Да. Также не забывайте также подписываться на социальные сети нашей студии, на наши социальные сети, мои, например, Туола, Твиттер и паблик ВКонтакте. Почему бы и нет. Ну и, дорогие друзья, опять-таки увидимся с вами завтра. Спасибо, что смотрели нашу трансляцию. Пока-пока. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. To my life, love is for you to come. Your love is for running at the speed of light, kissing under city lights. Falls me into this into my just goes on running at the speed of light, kissing under.